под крышей дома своего. А мы приехали. Малыш! Ой, все лежат мертвые. Приветствую всех на своем канале. Вот всей семьей приехали на пасеку. Надо немножко навести порядки. В общем, взять доски прилетные, да поставить, чтобы пчелам пчел не теребил никто. Да и вообще проверить так слегка, что да как проходит. И выгрести подмор из донья. Сейчас это сделаем, посмотрим, как тут живы-здравы. Ну-ка, ты на улик. Так, одним глазом. Вот клуб сидит. Все вроде нормально. Надо им летучек прикрыть. Низ только оставить. Вот семейство. Помашите рукой. А что это за следы собаки? Как они сюда попали? Ну как попало? Через дырку в заборе. Угу. Вот они, наши пчелки. Тишина. Спят, молчат. Сейчас папа будет их проверять, что-то с ними делать. Да. Посмотрим, что. Маш, не бойся, они не кусаются. Видишь, холодно уже. Зима. И они не выходят. Не выходят. У них нет, у них нет ног. Не выходят. Они зимой спят, да? Спят, как, конечно. Медведь? Как медведь. Вот что, мне ну так... что, папуль, что сегодня будешь делать? Пиво пить. О, я коньячок взяла. И роллы. Как говорится, коньяк. Сейчас подморчик почистим. Поставим вот эти вот досочки, чтобы синички не беспокоили пчелок. Подморчик обязательно в коробочку, потому что... А зимой можно немножко алкоголя к пчелам подходить? Или тоже нельзя? Да, зимой они... Или от времени года не зависят? Реагируют. Угу. Вот эта семья Бакфаст у нас. Сейчас посмотрим. Папа, почему они мертвые? Устали, не могут они столько жить. Покажи. Может, у тебя рукавицы вообще по размеру? Что у нас вкратце? Так, кто вылетел, умерли. Ну-ка. Так. Ой, там живые. Живые. Покажи. Смотри, какая красота, Машка. А че он такой маленький? Они не укусят меня? Странно. А то буду опять бегать вокруг машины. Очень мало пчел. Надо было меня снимать, как я вокруг машины бегала. Что-то с пчелами растаял. Вообще страшно глянуть. Это жесть. Там пчела одна вылетела. Семья уходила на всех вот рамках. Вот пчела вылетела и умерла сразу. Наверное, клещ ее побил. А что случилось? Что? Да нету пчелы вообще. Как нету? А мы сейчас кого видели? Это вообще мало очень. Ну-ка, отойди. Маша, отойди, не мешай. Грамм. О, нет, не снимай меня. Ну, конечно, тебя не снимаем. Ни в коем случае. Ой. Покажи, Лень, сколько клеща. Это вот все клещ, это подмор выгребает. То есть, несмотря на то, что два раза обрабатывал, клеща тьма, подмора тьма. Он даже зимой, он даже холод ему. Конечно, почему? Пчелы, короче, сыпятся. Вот он, клещ, покажи вам. Где клещ? Вот эти все маленькие, вот эти вот, это же все клещ. Где клещ, покажи. Тьма. Вот он, клещ в розовой шапке. Вот они, маленькие эти, вот это жучки, это клещи. А зачем надо чистить? Кислород, чтобы нормально заходил туда. Ну-ка посмотрим. Что здесь у нас? А снежок поможет? Ой. Немного, какие-то они беспокойные. Беспокойные чем-то. Мы тебя будем почаще тебе сюда отпускать. Ну, твое хобби. Твое хобби, наше хобби. Уже ну не хобби, а дело жизни, можно уже сказать. Наверное. В этом году уже поздно, наверное, что-то исправить. Ну-ка. А можно было исправить-то? Ну, вот, вот здесь хороший сидит, нормальный клуб. Здесь... Как ты так определяешь? Ну, глянь, спокойные, все сидят спокойно. Туда что? Зачем ты здесь снег куда-то?
Семьи потаяли. Короче, хоть бы перезимовало что-то. Что-то хоть перезимовало. Ужас. Ужас. Чего? Так а что в том году не было клеща? Ну, хорошо, что перезимовали. Такую. Папа, да, 100% в том году перезимовали. В этом году что-то вообще никак. Еще зимы толком-то не было. Никак. Тело не выйдет. Что здесь накрыто? Да тут вообще нет. Ничего нету, да? Да. А почему? Не конденсат знаю. Есть. Дай-ка посвечу. Как пахнет. Это тоже сильно улит, да? Нет, сидят. Покажи. Видишь, кук сидит. Покажи. Стой, Маш. Покажи, где сидят. Вон, видишь, сидят внизу пчелы. Да. Видишь, здесь внизу кук. В этом улье мышь была. Что в этом улье было? Мышь. А вот она, наверное, здесь с собакой осталась. Гнездо. Где мышь? Гнездо, видите? Здесь мышь, значит. Значит, она отсюда не ушла еще до сих пор. Как она вообще тут приспособиться могла? Ужас. Собака где-то здесь среди пчел живет. А тут все нормально, здесь да? Здесь нормально. Даже уже я теперь разбираюсь. Здесь мышь. Надо посветить, чтобы... Первый раз буду мыть. Да, хотя я же загородку поставил. Пап, нам очень жалко тебя. Мы тут приехали с весельем, с роллами, а у тебя тут как-то так здесь, вообще не весело. Где мышь? Ну-ка, не вижу. Смотри. Ух ты. Примерзла. Ну-ка, попробуем. Всем здравствуйте. Я пугала. Проверяйте ее. Ну-ка. Вот так, что там? Ой, все лежат мертвые. Нет, ты сними мне рамки. А, рамки? Только мертвые. Есть пчелы? Ну, жужжат. Ну, есть они, видны? Нет, не видны. Ну-ка, покажи. Так, мышь тоже же не дура. А так, бедная. Да вон она там, мы же видели ее, бегала. Где? Где-то вон там. Покажите. Да сейчас не видно, а то прямо вон она внизу там. Я тебя не вижу. Ну, что ты мне хочешь сказать? Да вот выпила коньячка там в одиночестве, потому что вижу, что ты расстроена, меня не поддерживаешь совсем. Ну и как же, с пчелой работаешь. Сидим с Машкой в машине, она говорит, папа совсем расстроен. Я говорю, ну да. Она говорит, может ему, как же его вообще порадовать? Я говорю, не знаю, Маш, даже. Она говорит, может, пивасика купим? Я говорю, ну, пивасик, что пивасик? Она говорит, может, тогда ему новых пчел подарим? Я вот сижу, тоже так думаю. Если это твое такое прям любимое дело, хобби, может, как-то обзавестись такими пчелами, которые живучие, некусучие. Какие там они еще бывают? Какие? Породистые? Какие? Породистые. Незлобливые? Да. Незлобливые. Соседка, он, видишь, окошко там светится. Она, кстати... Наташа мне очень часто приходит на работу и жалуется, когда это вообще все закончится. Ну, не в плане закончится, но как-то так. В общем, мы хотим тебя радовать. Ты же нас радуешь, и мы тоже тебя хотим как-то порадовать. А пчелы такие продаются? Конечно. Да? Да. Ну, мы готовы. Мы готовы, потому что какие-то действия, вот, они же должны не только прибыль приносить, правда? Если это удовольствие, и если ты этого желаешь, хочешь, если для тебе это приносит удовольствие, то ну, почему бы нет? Не, все же меряется деньгами, правда? Деньги. Да, спасибо. В общем, ревизию провели на пасеке. Все неутешительно. Потери. В трех ульях мыши. Как в трех? В трех. Выгнал. То есть они засели заранее, не обнаружены были. В общем, потаяли семьи, выгребаю под мор. Клеща тьма. Ставил ставки, что Бакфаст по-любому выживет. Шел полный корпус кормов. Пчелы полный корпус. Сейчас их осталось жменя. И, короче, мертвечатина. То есть они... Видимо, не перезимуют. Вот, ехали с хорошим настроем, да? А получилось не очень. Ну ладно, Георгий Михайлович Никуткин, будем у тебя, как говорится, заказывать пчелопакеты.
Да, 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 папуль, не расстраивайся. Жди. Мы тебя поддержим всегда в твоих начинаниях. Раз обязательно. Все записано на камеру, супруга, да, то есть да, уже да. Сказала, все записано. И Розочка вам он поет.